have a game with happy and sad music. When you hear the happy music, play your rhythm sticks or clap, just as you did before, like this. День 9, да, мы уплываем с острова на вот таком прекрасном пароме. Да. Вот сегодня немного грустный день, мы прощаемся с морем, уезжаем вглубь материка. Да. Остров был прекрасным, очень понравилось по нему покататься, посмотреть пляжи, полные впечатления, прикольное само ощущение, что ездишь на своем мотоцикле по острову. Да. Ну, тем не менее, на сегодня у нас еще две достопримечательности. Мост. Я не помню, не самый длинный, там второе место вот, в Европе считается этот мост. Да. И дальше в глубине материка еще красивое ущелье. Вот. Ну, на самом деле, внутри материка тоже еще есть, на материковой Греции тоже еще есть что посмотреть. Готовы, постараемся еще там зацепить побольше. Да. Вот. Такие дела. До встречи. Через мост проходит автомагистраль на Афины. Поэтому кусок сократим. С берегом уже поедем дальше. Собственно, там одно из тех мест, которые мы хотели посетить. Стоящее место. До встречи.
Всем привет еще раз. И вот мы уже в каньоне Викас. Да. Или ущелье Викас. Как вам нравится. Да. Место сумасшедшее просто. Да. Во-первых, тихо, во-вторых, красиво. И очень мало туристов. Словами не передать. Да, тут нужно только видеть. И картинка не передаст. Я смотрел фотографии, но она не передает всего могущества этого ущелья. Да, очень много смотровых площадок. Очень классная дорога ведет наверх, прямо в самый тупик. Не знаю, у нас бы там уже брусчатка, наверное, была бы раздолбанная вся. Тут идеальный асфальт прямо до смотровой площадки. А с классными серпантинами в объезд города просто супер. Вот, так что еще одна достопримечательность из Греции в нашей коллекции.